Всем добрый день. Мы в самом центре поселка Лазаревское. Вот оно, центр национальных культур. Перекресток улиц Калараш и Победы. А мы идем искать, знаете что? Идем искать переулок Аэродромный 2. Попросили меня уже давно, а я все никак не могу выбраться. Хотя, в принципе, место-то тут в центре самом практически. Где-то здесь, пойдемте посмотрим. Сам, честно говоря, только не помню, что вроде так. Не так часто бываю в этом райончике, я имею в виду, на переулке Аэродромном. Хотя место вот такое вот центральное. Ну, конечно же, вот после того, как тут произошли ряд событий касаемого рынка, вот посносили ряд павильончиков вот этих вот всех. Рынок стоит как-то непонятно. Внешний вид этого места слегка так желает лучшего. Тут уж что лутает-то в самом центре поселка. Ну, было бы неплохо, если здесь была хотя бы парковочка. На первом этаже парковочка, а на втором огромный магазин. Смотрите, что я нашел-то. Шелковица. Такая средненькая, по размерам хорошая. И уже сладкая. Ее тут много. И она, как говорится, ничья. Даже тянуться никуда не надо, смотрите. Так кто? Если интересно, хотите попробовать, приходите сюда. Переулок Аэродромный 1. Вижу надписи, соответственно, переулок Аэродромный 2. Далеко мне идти не придется. Ну вот, 2/1. Маленький такой домик. Переулок Аэродромный 2. А, так вообще практически мне идти-то никуда не надо было. Можно было просто выйти и все. Мушмула, смотрите, какая красивая. Но это еще не самая красивая. Самую красивую покажу сейчас вот. Смотрите. Там ее прям грозди. Она не очень крупная такая. Но наверняка сладкая. Идемте дальше. А нет, тут уже все, тут уже Аэродромный переулок, Аэродромный 4. Ну, сам переулочек такой малюсенький. Ну, вот именно его я, наверное, отношу вот к самой крайней точке, где бы поселился я. Почему? Да потому что, в принципе, в самом центре здесь тихо, спокойно и все рядышком. Что до парка идти, что до аквапарка, что до моря минут, ну, пускай там 12-15, может быть, отсюда, вот с этого места идти. Так что вот имейте в виду, люди здесь живут творческие, даже из простых пластиковых бутылок могут сделать красоту. Смотрите. Даже какая-то там, как она называется, усятница, крышки, баночки. В общем, что-то тут творческий человек живет, видимо, придумал. А это шелковица, вот такие у нее крупные листья, ее обрезали всю. И вот такая вот она маленькая сейчас на переулке Аэродромном 5. Так что если вы хотите поселиться вот где-то вот, можно сказать, в лоне природы, вот так, я не знаю, как назвать-то это место так. Самый центр вроде бы, а тут так вот как будто бы старая Лазаревская еще, советская. Это сирень, видимо, отцвела, похоже на листики сирени. Зацветает вот это вот розовое растение. Никогда не запомню, как оно называется. Вот такой вот переулок Аэродромный. Есть над чем поработать. Так, вот дорога. Есть над чем подумать. Но это везде так. Во всей Лазаревской, на Калараш в том числе. Маленький, красивый, уютный. И в самом центре, ребят. Грецкий орех. Малыш что-то там кричит. Не знаю, есть плоды, нету. Есть, вот один. Вон там он зелененький затерялся. Это грецкий орех. Ну, надеюсь, просьбу я вашу выполнил. Вы сориентировались в пространстве и на местности. Аэродромный переулок 2 вот находится прям практически рядом с торговым этим рынком, этим ТВСом.
И рядом цветет, точнее уже отцвела мушмула. Уже скоро плоды все сидят и опадут. Ну опять же тут какой-то 2А, вот тут не понять. Ну как бы вот так. И 2/1. Все, на этом я заканчиваю эту трансляцию, этот ролик. Всем пока. Привет из Ладожского. С переулка аэродромного. Прямо рынка. А на рынок не пойду. Не любят меня там. Ругались, когда снимал.